Всем привет, люди мои. Мы, слава богу, добрались до города Караганда. Приехали 23 числа в районе часа дня. И срочная новость шокировала меня. Мои знакомые, мои друзья, которые остались еще в Египте, они вылетали 22 числа с Египта, прилетели в Алматы. Большой рейс, большой самолет, там собрали и граждан Российской Федерации, граждан Узбекистана и с многих регионов Казахстана, с Кустаная, с Караганды, ну, большинство с Алматы. Значит, их по прилету проверили тоже тепловизором, потом разделили на группы по 5 человек, и они заподозрили что-то уже неладное. В общем, посадили в автобусы отдельные, побрызгали там жидкостью, распылителем, аэрозолью в нос, в рот. И, в общем, отвезли всех, все эти автобусы, включая экипаж и стюардов, и стюардесс, и стюардов, и капитанов корабля. То есть отвезли всех в Алматинский военный госпиталь. Значит, отвезли туда, взяли анализы. И сначала говорили, что будут держать в течение 5 часов, потом отпустят. В общем, сейчас пока от них информации нету. Они на данный момент они находятся в госпитале, то есть им не могут объяснить, сколько их там будут держать. Есть подозрение, что возьмут всех на карантин, то есть всех туда увезли. Они проживают, семья из 3 человек в отдельном таком, так скажем, номере, где есть кровати отдельно, выход на балкон, то есть такие, ну, как бы нормальные условия, но взяли анализы и как бы удерживают их пока в неведении, так скажем. Ну вот, если будем надеяться, что их отпустят ночью там, но есть подозрение, что могут и оставить на карантин, так что вот все, кто прилетел в ночь с 22 на 23 после 0 часов 22 числа, когда объявили полностью карантин в городе Алматы, вот такая ситуация. Так что, кто еще не знает, да, вот делюсь, так скажем, свежей информацией. Вот, и пожелаем всем, кого взяли на карантин, скорейшего и быстрейшего выписки домой, так скажем, что родные стены в любом случае лечат, и моральная обстановка совершенно другая будет. Так что, если вам понравилось это видео, ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал, здесь говорят правду.